Всех приветствую. Снимаю продолжение походки в грибы. Сегодня 10 октября 2018. Как я и говорил, найду гриб, буду снимать дальше. Вот в похожих местах иду, смотрю, грибок растет. Видно, что за палкой спрятался, да с той стороны не заметили. Сейчас я его немного почищу. Так, все. Ну и что, до этого буквально 5 минут назад нашел я ежовиков. Снизу немного червяк, ну, шляпки нету. Пойдем дальше. Буду, раз попал в гриб, продолжение снимать. Это что у нас тут такое интересное? Ай, таких не беру. Ой, не знаю, что это за... Ну, смотрим по сторонам. Ничего больше не видно, так что... Это за палочкой спрятался один. И здесь бугорки. Мухомор красивый. Что сделать? Мухомору надо взять. Наверное, буду с грибами ложить. Мухоморы. Надо добить мне банку 3-литровую. У меня перчатки лежат тут. Рабочие в кармане. На границу так отделю перчатками. Сюда мухоморы ложить, сюда белые. Слышно, кто-то где-то кричит. Вон еще мухоморчики. Там в песке не буду брать. Где почище. Там буквально осталось добить где-то третью часть банки. Хотя если трамбовать, так может и половина. Ну, будем, короче, брать мухомора нормально так. Что будет лишнее останется, так выкинем, да и годит. Сегодня исключительно закрытые берем. Крышу я их в банку вместе с этим остатком ножки под шляпкой. Особо не вычищаю. Здесь с иглицей все равно будет раствор этот фильтроваться потом. Так что пойдет как есть. Где песок на дно осыпется. А сок отделится. Нам главное сок взять с мухомора. Белых не видать что-то особо. Я же говорю, вчера ночью больше нашел, чем сейчас днем. Так что буду брать мухоморчики. Раскрытый, ладно, раскрытый возьму. А это мухомора то хватает вокруг. Ш
шляпки тяжелые, хорошие. Это красавец. Уже открылся, ну, заберу. О, поляна с мухомором целая. Красавцы. Интересно, кто-то сбил, наверное. Одно срезали, докинули. Можно намного быстрее собираются, чем белые. Во, уже сколько. Солнце светит, да лес пестрый. В пестром лесе. Боровики. Плохо искать, да? Этот бугорочек. Глянем. О, сколько мухомора красивого. Вот. Кто уже переключился больше на мухоморы, чем на боровики. Ладно, этих брать не буду. Обойдем этот пригорочек. Распиленная сосна брошенная. Когда-то дрова были. Так, никто и не забрал. Пропали. Что-то тут у нас произрастает. Какая-то волнушка. Таких не берем. Мухоморчик. О, буду скручивать их, чтобы не резать. Покуда хожу, собираю мухомор, ни одного белого не встретилось. Наверное, все-таки резать лучше.
То, что не особо крутится так. Вернулся я. Сюда же заходили мы. Видно от машины следы. И от мотоциклов. То где-то с той стороны заезжает. Я не люблю вокруг ездить. Лучше уже пройти километр, чем 10 вокруг объезжать по лесу. Вернулся на место, откуда мы заходили. Пойдем еще там крутнемся. Может, солнце угол поменяло, так что-нибудь замешу, что пропустили. Да и мухомора там много было, молоденького, хорошего. Не видать ничего. Пойду я с молодого леса лучше по горах похожу. Там как-то поинтереснее. Больше мха. Перевалы сверху вниз. Вон мухомор я только заберу. Не один, вот еще мухоморчик. Раскрытые, ну ничего. Надо добить банку, хотя такими уже. Потому что покуда стоит в холодильнике. Третья часть там не хватает за это недобитое. Они не плотно так. Я наложил немного ложкой, их прижал. То не плотно лежат, еще третьей части не хватает. А если еще хорошо подтрамбовать, то даже не третьей будет, а половины. Так что надо добрать, можно сказать, на половину банки трехлитровой, чтобы добить. Так что пойдем в старый лес по горам. Вон там немного так с молодым перемешку. Поищем в той сторонке.
с утра то прохладно было. Вечером вчера по возвращению уже домой 4 градуса было. А ночью может даже и заморозок. Я точно не знаю, то что когда с дома вышел часов 10 утра уже, то было так, более-менее где-то градусов 6-7 тепла. А сейчас может и 15 будет. Я уже сухожу в майке сверху. Это камуфляжная, легкая. И все. И довольно так тепло, даже жарковато, можно сказать. Так что если грибы начнут расти, то думаю, будут. Сейчас вот прогревая солнце, где бугры, да что дожди прошли, то грибница будет проснувшаяся уже. Осталось добавить еще, чтобы дождик какой. И немного днем прогреть все это дело, чтобы рост пошел. Телефон звонит. Китайская мелодия. Да? Ну, батька там где-то ходит, я тут собираю по этой. Вон, может, штук 10, я 3. Кто? А я 3 гриба ношу. Ладно, давай. Я тут по буграх старых пошел. Звонила мамка, ходит где-то там тоже, возле машины, поближе троху. Сказала, нашла штук 5 грибов. Не это. В этом году не очень. Ну, интересно походить все равно. Я то собирался сам ехать. Не получилось сбежать с дома. Захотели батьки тоже походить в лесу. Не столько по грибы пособирать, сколько походить. Интересно тут у нас. Это здесь у лесники наездили колесами. Я по буграх тут буду ходить не спеша. Что-нибудь найдем. Не может быть, чтоб больше ничего не нашли. Это мы в старом лесе, вот на буграх тут. Такая вот иглица меленькая. Будет гриб, если-то расти, то будет видно хорошо его с земли. Мухоморчики. Это старые. Старые брать не буду. Сейчас этот пойдем лес, потом пойдем на молодой лес с молодого там на границе со старым, погляну, может, что найду. Интересное место такое. Получается, бугор подковой вокруг идет. А тут низина такая. И туда вот тоже он пошел. Это там, где вчера я заходил. Бугор этот и тоже низина. Вот такой
змеей бугор получается вот так идет туда, сюда и вот ко мне. И туда пошел. Тоже извилистое такое место. Слышно, машина там где-то поехала. А нахожусь от моей буквально метров, наверное, 300. Люди походили, уже поехали. Ну, будем ходить еще. Недолго. Скорее всего, что пройдут вот эти буры, не будет ничего. Так поеду, да еще. Пусто в лесу, не очень, чтобы так было что-то. Или же людей много. Если взять, что приехал, машины стояли, вчера уже ночью возвращался, тоже машины много кто стояли. Можно сказать, каждый день проходит огромная толпа грибников. Нету такого места, где их нема, вернее нас. Куда ни пойди, везде кто-то ходит. Может, еще побегу, гляну там одну местинку. Но это далековато. Если захочется, конечно, идти куда-то. Насобираю лучше мухомора. Интересно, упала сосна и такая вот штуковина. То хорошо птицам гнездо было бы делать, если бы она стояла. Та сосна. Прикольная ветка такая. А вот сам ствол. Через болотянку напрямую на бугры следующие. Раньше тут то пройти особо нельзя было, еще годов 8 назад вода бежала. И там вот где мы заходили в первой серии, там вообще ручей был красивый. Пересохло все. Сильно уровень воды грунтовых упал, еще попересохло вокруг. Вышли на бугры мы, такие вот интересные. Вот сосны. Такие покрученные сосны на буграх стоят у нас. Это аномальная зона, походу. Место интересное. Много низин
бугров звилистых вот, песчаных таких. И такие вот встречаются места, где все покручено в разные стороны. А что этим летом ходил, так совсем место нашел. Врат стояли вот такие вот сосны старые. И стволы у них винтами такими все. Наверное, штук с 10 сосен. Но то место найти еще надо, если пойти туда. Так, как я тогда крутанусь малость. Можно приблудил, не приблудил. К дороге-то вышел. Хотя отъехал от дороги километра полтора. Но вышел буквально минут за 10 где-то к дороге. И вот по дороге сосны эти встретил. Интересные такие. Может, когда поеду, если вспомню, так сниму, где они произрастают. Так, вчера тут вот грибочки находил. Поглядим, ну и сейчас еще повезет, что найти. О, мухоморчик. Набрал уже. И мухоморы, и грибов. Так. Тишина в лесу. Не видно ничего больше. Так похожу. Мухоморов насобираю. О, мухомор хороший. Дай домой поеду. Так что будем, наверное, на этом уже и заканчивать. Да, дальше уже пойду так. По-быстрому мухоморов срежу, да и все. Всем, кому было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Всем удачи. До свидания.